Друзья, прямо сейчас с этого момента мы уже уступаем эту сцену замечательным музыкантам. И это будет трио из элиты восточных музыкантов. Друзья мои, перечислим всех троих поименно и, надеюсь, под ваши овации, конечно. Аккомпанемент — человек-оркестр Гарик Шамян. Далее, друзья, виртуоз-кларнетист Юрий Мусабековский. Ну и дальше, что доказывает в очередной раз, что здесь за сценой находится настоящий артист, а настоящий артист всегда знает, как себя преподнести, что про себя сказать. Именно поэтому тот человек, которого мне сейчас хотелось бы объявить, он подготовился, он мне даже предоставил некие стихи. Цитирую, с вашего позволения. «Когда наш друг играет на кларнете, любовь и радость наполняет свет, и радуемся мы все вместе». Радуемся, когда играет золотой кларнет. Друзья мои, золотой кларнет Михаил Мирзабеков под ваши бурные овации. Великолепное трио открывает сегодняшний вечер. Наслаждайтесь, получайте удовольствие. Поехали.